Қашты сәттерден Күлім деген күл көктемнің Алып ұшқан ғашық жандарды Күәсі сен астана Оғысқан сан тағдырла Алшақын ғымыр жолдар Айтылмаған сезім сырларды Күәсі бол астана Ағыл шалғай мекендерден Арман қуып келген біз Жетеле келер күндің нақтандары Сенімім бар жетем деген Келешекке ағынсыз Сөнбесі астанамдың бағыт сыйла шамдары Астанамның бағы сыйла шамдары Мама, дети, сегодня очень важный день. Сегодня мой Паужан возвращается домой. Мы все должны быть готовы к этому событию. Мам, а мне как быть готовым? Бабушка не разрешает мне ехать в гостиницу или к друзьям, хотя бы на время. Ну, куда мне деваться? Прятаться? Что ты говоришь? Ну, как можно прятаться от родного отца? Просто нужно быть осторожней. Когда мы приедем домой с Бауржаном, ты будешь отсутствовать, но временно. А потом я его подготовлю, и ты вернешься. И папа наш будет рад и счастлив. Я сотворю чудо. А как это сделаешь? А хотя ты не преувеличиваешь свои возможности? Мы уже 2 года ничего не можем придумать. А ты хочешь раз и решить всю проблему? Ох, я не знаю, что и думать. Силы, с которыми я общаюсь, это великие силы. Мудрость, спокойствие, сдержанность. Вот ведь наш лозунг. Я же с Бауржаном уже провела длительный сеанс медитации. И он почти готов простить Дастана. Вы меня недооцениваете. Ну, так и быть. Я на время слиняю, а мама в это время усмирит папу. Ну что, сознавайся, милая моя. Зачем ты ковыряешься в моих вещах? Что? Я ковыряюсь в твоих вещах? Бажана па, тетя Раша. Я нигде не ковырялась. Гульжан, уймись. Бабуля, мама. Вот все и вскрылось. Я впустила Айнагуль в свою комнату, в свою жизнь. И стали пропадать вещи. Деточка, что стало пропадать? Какие вещи? Ну, рассказывай. Вот это номер. Айнагуль ничего не может взять. По ней же видно. Она пример для подражания. Умна, красива, правильно воспитана. Вот только не надо сейчас защищать эту девочку. От фактов не скроешься. Факты налицо. Ну, выкладывай свои факты. Давай факты. Бабуля, готовься к худшему. Помните все мой голубой платок, который очень мне идет? Давай про платок. Так вот, этот скромный синий платочек стоил уйму денег. Шанель, бабуля, Шанель. Ну, помню. Шанель. Дальше. Так вот, платок исчез. Тот самый синий платок. Гульжан. Ну, чего ты так пугаешь? Ой, у меня от сердца отлегло. Никто его не воровал. Это я его взяла. Ну, простите меня, Гульжан Айнагуль. Я ведь, получается, невинного человека обвинила. Да. Куда исчез платок?
Мам, ну тебе же синий не идет. Я же тебе всегда говорила. Твой цвет лиловый. Мне? Мне не идет синий? Гульжан, да что ты говоришь? Мне очень идет синий цвет. И вообще, это мой любимый цвет. И на этой неделе синий цвет мой основной цвет. Ладно. Здесь особый случай. Слушайте все. Мне был голос. И голос сказал, что синий цвет принесет всем нам мир и спокойствие. Но нужно сделать дары синего цвета. Дары бедным и обиженным. Ну, у нас же дома нет бедных, обиженных. Где ты их найдешь? Я вышла на площадь и обратилась к людям. И ко мне подошли бедные и обиженные. И получил каждый в дар вещь синего цвета. А тот платок, Гульжан, я отдала одной старушке. Она на меня так посмотрела. Я даже расплакалась. Господи! Как это прекрасно делать добро. Гульжан, иди сюда. Что ты можешь сказать об этой девушке? Этой девушке можно доверять. У нее открытый взгляд, волевое лицо. Она верит в себя. Такую, знаешь, можно рекомендовать компании, которая начинает бизнес. Она может стать частью команды. И будет очень мотивирован. Да, Айжан именно такая. Умная, строгая, точная. Я думаю, у нее какие-то планы впереди. Но она пока не распространяется. У нее мечта была стать актрисой. Она эту мечту не бросает. И хочет сама убедиться, что у нее получится. О! Тут целая серия интересных фотографий. Какая яркая женщина. Это Жанар. Она моя хорошая знакомая. Она мой друг. Больше, чем друг. Не так ли? А от тебя ничего не скроешь, Жан. Ну, скажем так, я ей больше, чем друг. Это просто... Бойфренд? True? Нет, Джон. Бойфренд в русском языке имеет не очень хороший оттенок. Тем более по отношению к такой женщине. В отношении такой женщины каждое слово будет иметь свой смысл. Она таланта, умна. Красива. Да. Очень красива. Это американский тип женщины средних лет. Это просто особая раса. Как правило, успешные и богатые женщины. Очень-очень мотивированные. Властные. Точно выбирают друзей. Нет. У них друзей нет. Партнеров. Да, это точно про нее. И про меня. Ну, мы с ней партнеры. Ирке, вам надо быть осторожным с ней. She's extremely dangerous. She's like a viper. She can be dangerous for you, for the others. You have to be careful. She's dangerous not only for you, but for the ones around her. And
She might be tough and self-destructive. Ты говоришь то, что она опасна для себя и для других. Она разрушительница. Not really. Self-destructive. You understand? А она саморазрушительница. Correct. Be careful, man. Какая у вас замечательная семья. Тетя Гаша такая трогательная. Как ребенок. Добрый ребенок. А вот Гульжан... Гульжан, она очень чистая в душе. Вот только все время хочет казаться взрослой. Вы интересно рассказываете про мою маму и сестренку. Хотя они только что вас обвинили в воровстве. Но вы своими словами сразу поставили все на свое место. Спасибо вам. Я ведь даже обидеться не успела. Ну, это хорошо, что вы не обиделись. Гульжан и вправду, на самом деле, она хорошая. Но вот если только вот в голову что-нибудь вбить, то ее никто и ничто не остановит. А мама? Мама на самом деле в душе ребенок. Даже когда она чудит, это так приятно. Это всегда так было, с самого детства. Да, я это чувствую. А вот ваш конфликт с отцом. Вы должны ему все объяснить. Он поймет. Он поймет и перестанет гневаться. Вам просто необходимо с ним объясниться. Вот это у нас с ним общая проблема. Понимаете, Инагуль? Ни для него, ни для меня слова ничего не значат. Мы не любим говорить. Отец меня с детства учил, если хочешь что-то доброе, хорошее сделать, молча сделай. Слова все портят. Нет, здесь я с вами не согласна. Правильно найденное слово, к тому же вовремя сказанное, может сотворить чудо. Сколько примеров в истории. Да и в обычной жизни я постоянно сталкиваюсь с такими примерами. А вы заметливая. А я все время думаю о вашем конфликте с отцом. Мне кажется, что... Нет. Мне не надо помогать. Мы сами разберемся. Вмешательство человека постороннего может помешать. Да, наверное, вы правы. Я тут посторонний человек. С чего мне вмешиваться? Спасибо вам за попытку. Я сам все решу. Мне кажется, что Буржану дома будет лучше. Поверьте, мы создадим все условия. Мы даже можем устроить домашний лазарет. Я здесь тоже стараюсь. Создаю все условия, чтобы он не скучал и не страдал. Но дома-то ведь и стены помогают. Доктор, ну вы ведь можете вместе с медсестрами приезжать к нам домой и там следить за папой. И вообще быть нашим семейным врачом. Об этом всегда моя мама мечтала. Правильно, Гульжан. Ну как я сама до этого не догадалась? Давайте так и поступим. Вы будете нашим доктором, будете нашим провожатым в мире здоровья. Вот видите, доктор, какие у меня умные женщины в семье. Они придумали все так, что вы теперь не сможете отказать. Ну, в принципе... Мы могли бы так поступить. Я с удовольствием буду приходить к вам, но только после работы, потому что днем из кардиоцентра невозможно выйти. Конечно. Доктор, я же пишу ваш портрет. Вы можете в любое время прийти в мою мастерскую и убедиться. Доктор, так моя жена пишет ваш портрет? Вот как она вас полюбила. А это не шуточно. Гайша в живописи очень серьезная и настойчивая. Так вы на самом деле пишете мой портрет? Я-то думал, что вы сказали это в порыве чувств. И этот порыв не прерывался. Я очень уже далеко продвинулась. Теперь самое сложное – это ваши лучистые глаза. Я сейчас работаю над вашим взглядом.
Мам, как ты точно сказала, лучистый взгляд. Я думаю, теперь мы вас будем называть наш лучистый доктор. Ну, вот я дома. Даже не думал, что так буду волноваться, просто вернувшись в родной дом. Волноваться вот теперь тебе нельзя. А ты представь, что ты просто вернулся с работы, а мы тебя тут все ждем. Когда папа приходит домой, это всегда праздник. А где мама? Наверное, на кухне со своим бешбармаком? Бажана Па еще с утра ушла на базар за курагой. До сих пор не вернулась. А почему ее так долго нет? Наверное, как всегда, встретила своих подружек и рассказывает им все про Бауржана. Надо ей позвонить, чтобы скорее возвращалась. Да я уже ей звонила. Спасибо, милочка, что побеспокоилась. Только я бабуле сама позвоню и сама ее встречу. Я просто на телефон дома оставила и очки. И все же, где она сейчас? Айнагуль, как долго ее нет? Да уже часа 4. 4 часа? И ты так спокойно об этом говоришь? Так, что-то нужно делать. Нужно позвонить в милицию или... Нет, надо позвонить в больницу. Боже, что я делаю? Бужан, срочно в спальню. Тебе нужен постельный режим. Я обещала доктору. Ну уж теперь мне постельный режим совсем не нужен. Я поеду искать маму. Ну вот, надеюсь, что мама и ключи дома забыла. Ой. Здравствуйте. Вы только не переживайте. С Бажана Па сейчас моя бабушка Лена. Все будет хорошо. Все будет хорошо? Вот эту фразу я боюсь теперь больше всего. Маша, что случилось с мамой? Она сейчас в интенсивной палате. Там же, где и вы лежали. Ее осматривают доктора. И с ней Курмет Сидказинович. А что случилось? Дело в том, что я была с Бажана Па, когда у нее случился сердечный приступ. Она пошла на базар курагу покупать. Я была там же. У мамы сердечный приступ? Я же ей говорила. А она все синяя таблетка. Что ты ей говорила? Какая синяя таблетка? У нее в последнее время были проблемы с сердцем. И мы с Достаном... В общем, когда ей стало плохо, мы хотели ее показать врачу, но она отказалась. Агаша, возвращаемся в клинику. Бауржан, ну как же так, милый? Ну, ты же только что оттуда. Едем, мама меня ждет. Что случилось? Что за слезы? Ну-ка, расскажи мне. Ну, не плачь. Расскажи мне, кто обидел мою девочку. А я уж найду на них управу. Мам, тут ничем не поможешь. Как ничего не поможешь? Что за слова такие? Расскажи мне, кто тебя обидел. Ну, не плачь. Мам, там Бажана Па и баба Лена, еще тетя Гайша с дядей Бауржаном. О, боже мой. Так, всех собрала. Постой. Успокойся. Выпей. Успокойся. И все по порядку. Что с мамой? С бабушкой все в порядке. Так, уже неплохо. Что с Агайшой? Да с тетей Агайшой тоже все в порядке. Хорошо. Так, следующий Бауржан. Что с ним? С дядей Бауржаном все отлично. Мама, это бабушка. Бажана Па. С ней-то что? Мам, она сейчас в интенсивной палате у Курмета Сидказиновича. И с ней тетя Агайша и дядя Бауржан. Еще одна Айнагуль. Даже Достан хотел приехать, но он боится дяди Бауржана. Так, успокойся. Я, кажется, все поняла. Бажана Па зачем-то пошла в кардиоцентр. Там она встретила Курмет Сидказиновича, Айнагуль. Достан тут при чем? Нет, Бажана Па, у нее сердечный приступ. Это на улице случилось. Я просто была поблизости. Я ее сразу отвезла к бабе Лене. А Курмет Сидказинович положил ее в интенсивную палату. Машенька, как же так, а? Это ужасно. Машенька. Ой, Машка. Мам, что с тобой? Не плачь. Ну я же с тобой. Да, да. И папа скоро приедет. Да. И Васька уже в пути. Да. Мама. Да, да, мои родные. По
простой. Вася? Говоришь, Васька в пути? Ой, он что, прилетает? Когда? Каким рейсом? Ой, Машенька, надо же комнату подготовить. Надо же столько дел переделать перед его приездом. Маш, ну что так поздно сказала мне? Ну что я за мать такая непутевая? Ничего о своих детях не знаю толком. Ну, мама, я рассказала бабе Лене. И она за Ваську тоже порадовалась. Только... Что только? Что еще? Ну, я сказала бабушке, что Васька поедет на мотоцикле. И она расстроилась. Опять мотоцикл? Маш, так это что, была не шутка? Ну, я же больше не переживу этого. Я ж тогда чуть с ума не сошла. Ах, Васька, Васька. Что ж я наделала? Что ж я наделала? А как я Володе в глаза буду смотреть, а если мы сына потеряем? Мама, да папа все знает. Они к этой поездке очень хорошо подготовились. Папа ему сам маршрут подсказал. Васька ему звонит, и они советуются. Я тоже в этом участвую. Ну, ты только не беспокойся. Вот это да. Все за моей спиной. Я вам совсем не нужна. Вам только деньги мои нужны. Мама. Мама, ну что ты такое говоришь? Мама, тебя любим. Это не из-за денег. Просто папа сказал, что не нужно тебе ничего рассказывать, пока все благополучно не закончится. Мам, папа говорит, что к тебе нужно бережно относиться. Что ты как хрустальная ваза. Он так сказал? Сказал, что я хрустальная ваза? Угу. Он всегда так раньше говорил, когда мы только начинали встречаться. Мы тогда совсем от счастья голову потеряли. Он шутил надо мной и говорил, как будто я вся из хрусталя сделана. Да. Хрустальная принцесса. Сказал, что здесь меня быстро на ноги поставят. Мама, это я виновата. Я упустила из виду, что у вас больное сердце. Я вот Баужана подняла и вас в порядок приведу. Милая моя Глаша, не беспокойся. Я вовсе не больная. Вот только таблетки ленюсь принимать. А пуля, зачем ты так делаешь? Почему ты уходишь и не предупреждаешь? И даже телефон с собой не взяла. Чем? Жанна, я так жалею, что я сегодня с вами не пошла. Может быть, если бы я с вами пошла, не было бы этого приступа. Я так переживаю. Вовремя мы бабушку положили в палату. Если бы она так недельку с болями походила бы, нам было труднее. Она у вас сильная, смелая. Нам с вами нужно обсудить положение. Пойдемте к ней в кабинет. Ази, ты что, надумала болеть? Мы с тобой так не договаривались. А? Ты, пожалуйста, не уезжай. Не оставляй меня. А то мое сердце вовсе не выдержит. Не уеду я. Я все время буду с тобой. Хочешь, я буду под твоей кроватью, как песик, лежать, твой любимый. Как мы с тобой в детстве играли, помнишь? Я опасный, злой собакой был и тебя хранил. А ты все это помнишь? А я думала, только старики помнят детские проказы. Чанна, мина, чанна, холодно, не так.
сәттерді күлім деген гүл көктемнің алып ұшқан ғашық жандарды куәсі сен астана тоғысқансан тағдырлар алшақын ғымыр жолдар айтылмаған сезім сырларды куәсі бол астана ағыл шалғай мекендерден арман қуып келген біз жетере келер күндің ақтандары сенімім бар жетем деген келешекке